Глюк, я в тебя сколько раз попал, и ты не умер, опять-таки. Да ни хрена я не... Да! Крысюки, блин, достали! Друзья, всем привет! С вами Квантум и добро пожаловать сегодня к CSGO виртуальной реальности. Ну или Павла VR. Сегодня мы устроим нереальную гонку вооружений. Думаю, тебе понравится видео, смотри, что из этого получится. Ну а мы начинаем! Да кто шкерит? Я не шкерюсь, например. И я не шкерюсь. Ну ладно, я шучу, я шкерюсь. Ах ты тварь! А перезарядка! Я чик-чик, а патронов-то нет! Да как так-то глюк достал, блин? Я в тебя, сука, раз попал, это тренда! Вообще люто! Я в тебя, сука, раз? Офигеть! С патронами так лоханулся, вообще люто! В начале, в самом, ну ладно, бывает! А, кто из... А-а-а, Квантум! Да! Вот это я не ожидал. Боже, какой ты крысюк! Себе расскажи. Тоже тебя грохнул, да, там? Да, я слышал, где он тебя убил, но я не понял, что это было там. Типа, справа. А, я ему отомстил. Ничего. Да, ты чё там появился? Как ты там появился? Прикол, крысы, блин, достали, в одном и том же месте убиваете. Он не появлялся там, он зашел туда и сидел там. Да, я зашел и сидел там. Если бы появился. Чё? Это откуда ты? Пацаны. Да! Друга завалили, просто капец. В голову не попал. Да кого ты стреляешь, э? Я поправлялся. Ема, на что тут трупов много? Ну конечно. На тебе. Звуки? Мурло, все мурло. Мурло, мурло, мурло. В шкафу сидит. А, другом я одни мурлы. Я вообще полужара. Почему? Я не крысю. Да? Расскажи это моей спине, в которую ты меня убил. Тысяч... Даже выстрела не было. Да? Крысю карту где-то... Ах вы... В смысле сода, блин? Я тоже умею крысить, не надо мне тут. Теперь все крысить начали. Что происходит, пацаны? Происходит то, чего ты боялся. А я не боялся этого. У тебя каска, аж у... Давай. В смысле? Вот, и твоя каска ко мне залетела. Вот козел, да как ты так моментально убиваешь? Я не знаю. Пальма! Боже мой, как ты меня напугал. Я не дожал, охренеть. Ну ладно. Где там у вас раскаты? Да глюк, иди в жопу! Да сколько ж тебе попасть надо, а? А вы где вообще? Такой бомбёж уже. Все бомбят друг на друга. Да потому что я в тебя три раза попал. Ничего не знаю, я тоже не дожал тогда в него. Ты бессмертие включил, козёл. Да ни хрена я не... Да! Крысюки, блин, достали. Его трупа? Я не зарядил, я такой подхожу к тебе, чик. Я еще другого видел будущего трупа тут недалеко. Да? А напоролся опять на меня. Да пофигу. Да в смысле? О боже мой, как с этого говна стреляют? Сколько в тебя надо попасть, ты можешь мне объяснить? Ну, я тебе в голову. А я вообще не могу с этого говна. С чего ты убил меня? А, ну хорошо, отлично, я так и рассчитывал. А трижды еще смешнее делается. Это не шутка, это правда. Да туда! Сколько? Там Данил снизу ходил, я слышал. Я знаю. А почему ты меня убил, а не Данил? Потому что я его не видел, а тебя видел. Ну зачем? Жесть. А что мне надо было со снопой делать? Только вот крысить где-то в углу и все. Да, Данил, сколько в тебя попасть надо, а? И, конечно, глюк тебя добьет, да? Нет? Нет, он меня убил. Никто хорошо. Никого не добил. Расслабьтесь, да пацаны. Это сложная пушка просто. Это. Не, тебе кажется. Да почему вы с двух сторон?
сторон. А, что? Меня убили, а у меня хп мало было. Трында, блин, трында, на тебе по голове вот так джойстиком, блин. Да. Да. Да, такой. Так мы тебе раньше рассказали. Опять друг друга убили. Ты достал, сидит в одном месте. А где он сидит? Подожди, я... Как я долго в тебя целился! Сука! Как я долго целился, ты не представляешь. Представляю, я ж видел вообще-то. Давайте, ребят, выходите. Где вы все? Давайте жить дружно. Да как с коряка-то, господи! У тебя коряк? Да ты меня напугал, а, Глюк? Я в тебя сколько раз попал, и ты не умер, опять-таки. Пидор! Кто еще пидор? Это Данил добил, да? Да. Да, да. В спине постоянно. Подожди! Подожди, я тебя попросил! Минус голова. Гопарь. А как перезаряжать? Подожди! Подожди! Да блин, ты откуда здесь вообще? Братская могила. Подожди, как тебя? Да я ж попал! Дважды! Да хорош, я труп добивал. Все, молодец, добей труп. Говнюк, еще раз. Ну, Квантус, а? Ага. Ну иди сюда, где ты есть. Да в смысле? Вот так тебе, понял? С Диглом он бегает. Так, что-то он какой-то дерзкий стал, а? Ну-ка, еще порядок наведу. Пидор! Вот он был. Обосраться. Я так долго тебя выцеливал, чувак. Со снайпером, что ли, да, пацаны? Так долго. Да я не вижу на таком расстоянии. Мне... А Данил все крылья. Вау, в туалете, в туалете. Спасибо. Сидит Даня. Да-да-да. Давай его убьем вдвоем. Давай. Я ж тебя видел, говнюк. С двух сторон! Так, а, три патрона было заряжено, с какого хера? С двух сторон, гаммосеки. Чуть не обошли меня. В смысле три патрона было заряжено? Опа, револьвер, я и револьвер. Я никогда не встречу на своем пути проблем. Наверное. Да, я по снегу хожу. Патроны! Выходи, Педро. Как револьвер-то заряжать? А, тяжело. Блин, его выворачивать надо. Сода, ты-то что здесь делаешь? Я квантума искал. А чё? Почему ты не стреляешь тут же? Да патронов да, нет. Уходи, уходи, пока жив. Убегай. Убегай. Да ты куда пошёл? Он чё, убил тебя с револьвера? Нет, не убил. Да отвали от меня нахрен. Да подними! Да ты дебил, дебил! Сука! С этого говна надо с двух рук. Да, с вдвоем! Вы чё, офигели? У меня меньше всех фрагов, вы вдвоем меня лупите. Не мы такие, жизнь такая. Да, блин! Не жизнь такая, мы такие. Пидро! Ты! Это как ведро, только пидро, да? Да. Вот, ТЭК-9. Нормальная штука, кстати. Такая себе! Куда ты бегаешь туда постоянно? Да японский ты. Мы что, друг друга убили? О, да, друг друга убили. Нормально, жить можно. Не очень. Так. Думаешь? Не очень для тебя. Ты меня догоняешь. Подожди. Да, наконец-таки! Да, понятно, Глюк, тебе жопа. Да. По чуть-чуть, помаленечку. Да хорош. Руки лагают. Сейчас придет сода и просто нагнет нас всех. Да вы охренели вдвоем. Да сколько в тебя попасть надо, шкила, ты смотри. На, в голову, блин. Ты состилил у меня его так-то, чуешь? Да блин, а как его перезаряжать? Я не знаю, как с этой пушкой обращаться. Подожди. Давай. А, вот, все, перезарядил. И что произошло? Вопрос хороший. Вас выкинуло, не? Нет. А меня выкинуло. Да, блядь, я не знаю, как оно перезаряжается.
Вот как и все. Как ее обратно засунуть? А, меня отсоединило. А, глюка выкинула. Ты меня видишь? А я тебя первый увидел, да. Давай, иди ко мне. Нет. Да, блядь. Ты вообще в адеквате? Чего там шмаляешь? Да в смысле? Она не, подожди, она не простреливается. Она простреливается, я прострелил тебя через нее. Нет, ты сверху, у тебя руки сверху были. Мне же траекторию показала. Ха! Спецназ! Ха! Спецназ! Ха! Ах ты, педра! Педра, падла! Это что это такое? Да на! Что это было? Ручка такая из-за угла выглядывает. Это была тактика. Галактика? Да. Вселенная. Что делать будем, сода? Ой. Че ушел? Выходи. Че тебе надо? Мне? Блёх! Ты где вообще? А, так я... Да, победа, всё! А, у тебя пыркнул, да, я, короче, провода по кругу закрутился и... Чувак, так я тоже, да, я провода, короче, я уже на одной ноге вот так допрыгивал до тебя. И глюк на третьем месте, которого выкинула. Да ну, зашибись.